Станция ТГ. Станция открыта в 1966 году в составе первой очереди Таганско-Ждановской линии. В составе участка Таганско-Ждановская. Находится на Таганско-Краснопресненской линии между станциями Китай-город и Пролетарская. Станция пилонная и имеет пересадку на одноименную станцию кольцевой линии и станцию Марксистская. Осторожно, названа в честь одноименной улицы и площади. Станция Пролетарская, станция Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, расположена между станциями Таганская и Волгоградский проспект на территории Таганского района ЗАО. Открыт 31 декабря 1966 года в составе участка Таганская-Ждановская, названа по одноименному району Москвы, ныне упраздненному. Глубина заложения станции 9 метров. Пролетарский два ряда колонн по 40 штук каждый. Шаг колонн составляет 4 метра. Режим работы с 5.30 утра до часу ночи. Количество вестибюлей 3. Тип станции колонны трехпролетная мелкого заложения. Станция Волгоградский проспект, станция Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, расположена между станциями Пролетарская и Текстильщика на территории южного южнопортового района ЮВАО.
Станция открыта 31 декабря 1966 года. Конструкция станции колонная трехпараллельная мелкого заложения с уменьшенной шириной центрального пролета, глубина 8 метров. Выход в город осуществляется через два подземных перехода на Волгоградский проспект. С 1 января 2017 года стала официальная бесплатная пересадка на станцию Угришская Московского центрального кольца. Во сколько открывается? С 5:30 утра до часу ночи. Цвет ветки фиолетовый. Станция Текстильщик, станция Московского метрополитена на Таганско-Краснопресненской линии. Расположена между станциями Волгоградский проспект и Кузьминки на территории районов Текстильщики и Печати. Дата открытия 31 декабря 1966 года. Двери закрываются. Следующая станция.
Станция Кузьминки, станция московского метрополитена, расположена на Таганке Краснопресненской линии, станции Текстильщики и Рязанский проспект, по территории одноименного района, по которому получила название. Станция открыта 31 декабря 1966 года. Это колонная трехпролетная станция мелкого заложения. Глубина 8 метров. На платформе расположено два ряда железобетонных колонн по 40 штук в каждом ряду. Осторожно, шаг 4 метра. Код станции 112. Станция является одной из самых загруженных в московском метрополитене.
станция Рязанский проспект. Станция Московского метрополитена на Таганско-Краснопресненской линии. Расположена станция Кузьминки и Выселки на территории Рязанского района. ЮВАО. Станция открыта 31 декабря 1966 года. Проектом носила название Вишняки, Кузьминское шоссе и Рязанское шоссе. Конструкция станции. Колонная трехполетная мелкого заложения, с уменьшенной шириной центрального пролета. Сооружена по типовому проекту из сборной конструкции. Станция имеет два выхода. Наземные вестибюли размещены в виде остеклённых павильонов с железобетонной конструкцией, расположены по обе стороны Рязанского проспекта. Недалеко от юга, пересечения с улицами Академического Шкрябина, Зеленодорского и 4-м Вишняковском районе. Открывается 5:30 утра до часу ночи. Выхино. Станция Московского метрополитена на Таганско-Краснопресненской линии. Расположена в районе Выхино-Злебино, ЮВАО. Часть выходов ведет в район Вишняки, ВАО. Станция является наземной, открытой двумя береговыми платформами. Открыта 31 декабря 1966 года. До 2015 года по разным оценкам являлась самой загруженной станцией Московского метрополитена. Выхино – единая станция московского метрополитена, не имеющая прямой пересадки между поездами противоположного направления. Наличие платформ 3.